Друзья, всем привет! Продолжаем рассказывать о интерактивных пространствах для того, чтобы вы максимально эффективно могли изучить информацию об NFT Moon Metaverse. Маленькая ремарка, то есть данные пространства еще не являются в метавселенной. То есть это некие виртуальные области, которые позволяют вам изучать информацию, видео, тексты, совершать покупки внутри виртуального пространства. Вот, также сейчас расскажу о том эксперименте, который мы начинаем с сегодняшнего дня. Вот, но это еще не является альфа-версией метавселенной. То есть в данном случае это виртуальные пространства, созданные для того, чтобы вы интерактивно могли знакомиться с виртуальными средами и эффективно потреблять информацию, либо, соответственно, возможно, даже размещать свою информацию о своих товарах и услугах. Ну, теперь давайте расскажу, что сделали сегодня. Мы добавили еще один некий виртуальный город, такой некий город торговых центров, да, где впоследствии можно размещать свои товары, услуги и так далее. Еще до выхода метавселенной. Но о чем сегодняшнее видео, конкретно о, вы видите, иконочка, да, нажав на которую, в принципе, мы попадаем в некую витрину, да, некий виртуальный магазин. В данном случае это магазин минеральной косметики. И здесь, что удивительно, да, прямо здесь вы можете совершить уже заказ, оплатить картами и, соответственно, максимально изучить информацию о конкретном товаре. Если у вас есть бизнес, вы предоставляете какие-то услуги, у вас есть идеи, да, как вы можете интегрировать свой товар или услугу, на примере вот магазина минеральной косметики, вы можете написать нам через любые каналы связи, обсудим с вами варианты взаимодействия. Вот, потому что, как показала практика, через виртуальные пространства можно более эффективно взаимодействовать с пользователем. Соответственно, это дает обоюдовыгодное сотрудничество между продавцом и покупателем в целом. Ну, сейчас мы можем выйти опять в общее пространство и, соответственно, здесь уже путешествовать совершенно по другим мирам, соответственно, изучать информацию о метавселенной и так далее. Благодарю вас за внимание.